Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем тестить новый талантик выживания. Вот такой вот у нас сегодня будет интересный герой, рогатка. Недавно он вышел. Здесь он у меня уже прокачан на 12-12, чем интересный герой. Каждые 4 секунды накидывает окаменение на 2, на 2,5 секунды. Это на 12-м скеле, так, то 2 секунды плюс... Дополнительно у него появляются приспешники, один его хилит, увеличивает урон, второй дает отражение. Ну, в общем, неплохой герой. У нас будет тест именно с таким талантом, с выживанием, который каждых 7,5 секунды дает отхил 1700 от атаки и неуязвимость на 3 секунды. То есть, если попадет в кулдаун, в принципе, герой должен неплохо себя показывать. Будет седьмая жива на нем. Ну что, поехали. Начнем с рейда. Посмотрим, что он сможет. Быстрый набор энергии. В общем, все дела. Вот видите, наложили молчанку. Опять наложили молчанку. Ну, тыковка. Тыковку убейте. Тыква как разогналась. Ну, посмотрите, герой держится. Ну, конечно, на таком разгоне тут жестко все. Но, в принципе, некоторых посливал. Вот у меня собран на атаку, поэтому особой там имбовости в нем не будет, потому что ему надо больше уклонения, но... Как видите, шатают и так. Зачем я его такого собирал? Именно для PvP локаций. Там мы сейчас пойдем. Просто решил потестить. Посмотреть, есть ли смысл вообще ему этого таланта. Так. Вот пошел урон по нему. Себя отхилил. Тыковка. Так, смотрим. Как черепа снес быстренько. Тут не поймешь, где он. Короче, вот так вот. В рейде довольно-таки интересный герой. Сейчас поищем еще каких-то интересных противников. На китайке хорошо, что нету хоть огнекрыла у каждого второго. Можно хоть потестить полноценно. Так. Пара. Вот, видите, опять пошли нули. В принципе, практически, да, все-таки снес хранителя. Ну, дальше вот стрелок задамажил. Ну, неплохо. Хранителя вышатал. Так, хорошо, давайте посмотрим на подземке. Интересно, вот это все протестить здесь. Сможет ли он здесь тащить хоть что-то? Конечно, я вам показывал его со священным огнем. Он более такой интересный, у него и жизни больше, и Дэв есть, ну такая вот сборочка именно на PvP локации и на древние, думаю, должна зайти неплохо. Давай, 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 давай. Увидите, станет, не дают ему включиться. А вот включился, неплохо. Я вам скажу, вот отхил был на максимум, еще один отхил, отлично. Вот радиатора, в принципе, я его собрал, чтобы посмотреть, потестировать, как
будут на нем работать отхилы, плюс он встанет, ну, окаменение накидывает. Если немного противников, он должен выживать неплохо. Так, смотрим дальше. Самое главное, поменьше стана. Вот трое пошло на него, но тут, наверное, его сейчас ушатают все вместе, а может и нет. Ну, держись. Еще неплохо было бы ему зеленого собрать, но посмотрите, держится. Так, одного, ну. 320 тысяч. 309, офигеть, ну хилится. Живучий. Ай-яй-яй-яй-яй, забежал туда далеко. Ну тут его, конечно, сольют. Но все же неплохо. Поехали на арену. Что там нам сегодня арена скажет? Так. Нужно выставить Дафну. Вот видите, у него быстрый набор. И если все будут вылазить вот так, как сейчас, то в принципе будет неплохо. Его не так быстро будут сливать. Урона, конечно же, у него не особо, не идти без приспешника. Ну, надеюсь, сейчас попадутся нам какие-то топчики. Интересно было бы, кстати, против Рэй протестировать. Так, отлично. Сейчас создам дефную команду свою, чтобы меня тут не особо скинули. Мы смогли дальше тестировать интересных героев. Так. Рейка, ПБшка и... Огникрыл. Так, тут у нас Огникрыл. Тут у нас этот будет. ПБшка. Рейка. Биг. И ворожай. Так, поехали дальше. Так, вот, кстати, интересно, Фрея. Не, видите, против Фреи. Ну, держится, конечно. Ну, там быстрее разбили у нас. Давайте этого утащим. Типа гарнизонными. Ну, неплохо было бы еще доспех. Но у меня тут стоит пиромах для теста на архе. Но неплохо было бы уклонение побольше. Так, смотрим против вторых эволюций. Череп. Ну, черепа 500 тысяч, и он черепа. Так, отхил 300. Вот пошли нули, отлично. Смотрите, вот сейчас ара единственное то, что нас заблочил. Да, подары, конечно, осилили. Но практически мы их вынесли. Давайте еще разок. Чуть-чуть нам не хватило. Так, отлично. Давай, давай, не дай, не дай, не дай, не дай, не дай, не дай. Так, череп раз ушатался. Ну, я вам скажу, круто смотрится он. Именно в такой сборке на PvP локациях вообще огонь. Даже ремку ему нету смысла ставить, быстрый набор, единственное, что могут заблокировать. Все остальное, честно говоря, пофиг. Сейчас еще в забытый тестанем.
Можно, в принципе, и рунами ставить, как вариант. Атлантиком СО ставить, например. Ну, тогда вопрос ожило. Так, ну-ка давайте посмотрим. Ну тут с огнекрылом, думаю, вряд ли мы что-то сделаем. Однозначно ничего не сделаем. Посмотрите, как Фрея дамажит. Ну, давайте еще попробуем с Дрейком. Отлично, по центру. Так, смотрим. Так, Фрейя есть опять. Против Фрейя нет приема, к сожалению. Точнее, приемы есть, но не такие. Так, создать команду. Нужно, кстати, всех вперед вот так вот ставить и не париться даже. Поехали. Так, вторые эволюции душек. Давай, покажи класс. Чуть-чуть не хватило. Совсем чуть-чуть. Ну, душек энергии забирает. Тут я ничего не смогу сделать. У него нету луна к забору. Ну, тут, как видите, мои вообще огонь. Я не знаю, тут за 4 секунды их не убьешь, но они дамаг больше нанесут. И там уже Фрея, когда включается, то не варик. Единственная блочка, и то она не особо спасет. Так, ведьма, вот это интересно будет. Поехали. Надеюсь, она с ремкой. Нет, она без ремки. Как видите, урона хватает. Вынес, даже ничего не получил по урону. Плюс у него еще отражалка появляется. Ну, вот это круто, то, что нули. Отлично. Правда, без эволюции героя. Ну, давайте тут против бури попробуем. Буря без эволюции. Ну, тут буря сам себя убьет. Видите, у бури шансов тут вообще никаких. Так, ну что, стрелок, но я тоже не уверен, что тут топовый игрок. Да, не получится. К сожалению. Вот такой вот, ребят, герой, в принципе. Мне нравится. Надо будет дальше его еще потестить. Но думаю, ему этот талантик особо будет заходить на PvP локации. Такие как лабиринт. В лабиринте, я думаю, мы его уже потестим. Лабиринт у нас уже открылся.
Тут, конечно, первое, но я постараюсь подальше пройти на следующие этажи. Ну, посмотрите. Тут, конечно, этот талантик просто офигенно будет заходить. Вот себя подхилил. Я тестил рогатку, если помните, без этого таланта, и он тут сливался. То есть его сливали, убивали очень быстро. Тут шансы у нас уже намного-намного лучше. Ну, это мы уже потестим подальше. В общем, так вот, пишите комменты, подписывайтесь, участвуйте в конкурсах. Ссылочки все в описании. Всем удачи, всем пока.